Приветствую всех, с вами Нитирамас, мы продолжаем проходить второй StarCraft Wings of Liberty. Так, новая разработка. Да, мы собрали достаточно очков исследования зергов для получения доступа к разработке нового улучшения. Хорошо. Тайкус, что скажешь? Видел доктора Хэнсон? А то! Хотел записаться к ней на прием. Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну. Кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может, некий принц на белом коне, доблестно спасший ее колонию? Джимми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? Окей. Да, ну что? Да. Радио, это... Вот это. Донни Вермиллион на канале UNN. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, в пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Ворфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия зергов. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? Наши сюжеты прольют свет на этот вопрос. В общем, не дали даже Кейт Локвелл выступить по поводу Агрии. Лаборатория, что у нас здесь? Командир, артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот на него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Лаборатория. Это кристалл какой-то. В общем, журнал стоит. 10.07.2504 года. Рейдеры Рейнера нашли некий протоский кристалл. На время хранения поместил этот кристалл в соляной раствор. Последние 12 часов его плотность повысилась на 553%. Откуда он черпает энергию из сырья? Есть страшное предположение, что он каким-то образом подключается к нашему кораблю. Если об этом прознает Свон, он немедленно выкинет кристалл в мусорный шлюз. Просто нужно быть осторожнее. При первом же подтверждении того, что эта штука может повредить Гиперион, я лично уничтожу ее. Что за образец ткани зерга? Образец ткани зерга продолжает расти, добавив раствор протеина. Возможно, это была ошибка. В ДНК образца найдены гены всех известных типов зергов, которые некоторые фрагменты вообще не поддаются распознаванию. Для того, чтобы составить генетическую карту, потребуется некоторое время. Я уже изучаю данные из клетки нейтралиста. Также обнаружил клетку полулучевого споровика, в которой записаны их инстинктивные механизмы распознавания угрозы. Разработка. За выполнение дополнительных задач вы получаете очки исследований зергов и протоса. Вы можете потратить очки исследований на разработку улучшений. Для этого щелкните по консоли исследований в лаборатории. А давайте щелкнем. Жалко, что ли?
Я вот не помню, откуда у нас еще 3 очка зергов получилось. Мы находили только 3 вот там вот, на этой Агрии. Видимо, 3 еще откуда-то. И тут у нас 2 выбора. Все бункеры оснащаются автоматической турелью. Прототип, который стал ползучий споровик, усиливает атакующую мощность бункеров, укомплектованных личным составом, и позволяет пустующим бункерам также вносить вклад в оборону базы. Вот это хорошая вещь. Не знаю насколько. Но, к сожалению, тут нельзя будет отказаться как конкретного исследования. Если я, например, захочу все-таки потом выбрать себе вот этот бункер. Вот этот бункер заметно прочнее становится, чем есть. Кажется, у него 250, станет 400 здоровья. Но он не сможет сам стрелять. Хотя, думаю, все-таки это полезнее, чтобы бункер был намного крепче. Разработав укрепленный бункер, вы не сможете в дальнейшем заказать разработку, которая лишь рай. Нельзя пересмотреть или отменить решение. Отдавайте. Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значит, хранить эти штуки не только опасно, но еще и дорого. Что ж, чем скорее мы избавимся от них, тем лучше. Неизвестный артефакт. Надеюсь, у нас больше ничего нет. А, в арсенал. Ты, главное, этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает? Сама подозрительность. У нас 110 монеток. Честно, скорее всего, огнеметчика я усиливать не стану, поскольку я им практически не пользуюсь. Потому что все-таки чаще, особенно под конец, мы встречаем тяжелые единицы, а не легкие. Напротив тяжелых огнеметчики очень слабы. Вот это, я думаю, возьму. Бункеры дальше атаковали. Так, это не надо. Ну, это, конечно, тоже хороший вариант. Лечит быстрее и меньше энергии расходует. Но это дорого. Ну что ж, мостик. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрией вместе с беженцами из других покинутых колоний Сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но Император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Какие же сейчас страшные глаза у Рейнера были. Не знаю, почему такой... Я думаю, все-таки баг я иногда встречаю. Возможно, только в этой сцене как раз. Это страшно. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже 4 года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. Да, вот сейчас глаза были нормальные. Не знаю, что это за прикол такой. Ну да ладно. Ага, вот это. Я вот про это говорил.
Ну, вот это задание мне нравится. Его я попозже выполню. Хотя вот это тоже классное. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Замечательно. Задача — добыть ресурсы на Редстоуне. Песочница дьявола. Вот сюда пойдем. Редстоун. Та еще дыра. Я уже говорил, что ненавижу вулканические планеты. Рад, что вы прилетели. Меня зовут Тош. Поможешь мне накопать минералов? Плачу щедро и в срок. В чем подвох? Это местечко нестабильно. Низины каждые несколько минут заливает лавой. Конечно же, самые лакомые месторождения находятся именно там. Но, думается, для такого стреляного воробья, как ты, это не помеха. Сэр, сканеры засекли на поверхности биосигналы зергов. Придется потратить некоторое количество добытых ресурсов на оборону базы. Но не следует увлекаться, иначе операция затянется. Лава и зерги. Мой любимый коктейль. Ладно, поехали. Песочница дьявола. Так, многие тиранские строения могут взлетать, перемещаться по воздуху и приземляться в другом месте. Эта особенность будет чрезвычайно полезна во время подъемов лавы. Ну да. Собственно, а есть оно. Что происходит? Так, ты... Кого подлатать? Товарищ, идешь сюда. Ага, КСМ готов. За твой счет. Ты, товарищ, идешь сюда. Да, мне надо добыть любым образом. Есть, сэр. Необходимые минералы. Выкладывай. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Лава поднимается. Немедленно выводите все КСМы из низины. Так, ну что. По-моему, тут вот это можно построить. Все равно надо еще будет один построить. Есть работен. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Этот таймер показывает время до следующего подъема лавы. Следите за ним, чтобы вовремя отводить все войска и строения на возвышенность. Вооружен и опасен. Так. Пристройка завершена. Кому навешать? Сюда? Я пойду посмотрю. Приказ получен. Что у нас тут? А, еще одно месторождение. Отправил вам на помощь своих друзей, головорезов. Головорезов, говоришь? Да, это настоящие маньяки. Нужно бы наладить их обучение ковбой. А черт. Когда надела нож головорезов? Это только в сетевой игре можно... этих вызывать, ну, с помощью реактора их строить без этого, без помощи лаборатории, которая мы сейчас пристроили. Где-то в этом районе была парочка моих ребят, проверь-ка, вдруг они еще живы. Ну и влезают они. Кому убить? В общем, такое себе дело. КСМ готов. Так, ну в любом случае, нам надо это все сделать. Черт, я, кстати, огнеметчику забыл заказать в кают-компании. Ну, ладно, не важно. Не верю.
решать, когда на дело. Нет, нет. Тебя призвал дождь, да? Вовремя, ничего не скажешь. Отрабатываем контракт и уматываем с этой планеты. Сэр, сэр, сканеры засекли биосигнал крупного существа. Думаю, это бруталиск. Если вы его убьете, то мои... наши исследования значительно продвинутся. Караниби, слушаю. Приступим. Вот да. Принято. Ладно. Так, это... Чего? Опа, ждать? Нифига себе. Кому? Когда надел? Месторождение минералов в Рамбе. Офигевшая. Я что-то забыл про эту сторону. Хочу еще раз напомнить, сэр. Чем больше ресурсов мы тратим на войска, тем сильнее отдаляемся от цели задания. Постарайтесь быть умереннее в расходах. Да-да. Месторождение минералов выработано. Чего тебе? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Так, вперед, командный центр готов. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Да, да. Так, и давайте сразу защитим это все безобразие с помощью хранилищ. Так вот. Ну, да, пойдем сюда. Так, ты являешься сюда, вот иди. База давай. База атакована. Месторождение минералов выработано. Так, и вот это достраивай. Так, надо бы еще одних казарм сейчас сделать. Недостаточно минералов. Кара небесная. Так, что ж, что происходит? Пристройка завершена. Что-то я уже совсем... забыл, что тут надо. Выкладывай! Да, я вас не выдал. Конечно же. Я уже там, когда... Раз ты помогаешь мне, я помогу тебе. Вот координаты ближайших месторождений. И это все. Можете? А, вы можете. Я передавай, удиви меня! Наш генерал. Месторождение минералов выработано. А? За дело? Кто на новенького? Так, ты найдешь в лаборатории, то лаборатория. Месторождение минералов выработано. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Ладно. Приступим. Месторождение еще? Разумно. Нет ничего проще. Не вопрос. Минеральчики собираем. И непременно. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Кому навешать? Черт, я забыл эту штуку построить, да? Да, я забыл эту штуку построить. Надо же скорее изучать прочность. Время действовать. База атакована. Давай, удиви меня! Это не лодку! Разумно! Смерть на пороге! Так, я первый. Вы на месте? Смерть на пороге! Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Вы чё? Вы были здесь? Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Кого подлатать? Слушаю. Смерть на пороге. Так, давай-ка одного мародера сюда. Смерть на пороге. Недостаточно. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов.
Ну да. Выкладывай. Так, не то нашей сестрочкой. Доктора вызывали? Конечно, закрыто, я забыл. На пороге. Чего тебе? Ты нормально. Где болит? Недостаточно минералов. Так, понял. Есть работенка. Точняк. Не вешать нож, головорезы. База ну, атакована. Вот эти вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Доктора вызывали? Так, валим. Валим, ребята. Надо бы еще бойцов. Да ты... Так, вы, короче, вышли. Давай, удиви меня. Убили этого козла. Вообще, офигели эти ваши зерги. Всех перебили, а? Вот засранцы. Так, улучшаем. Короче. Оставим их интеллектом. Кому навешать? Ладно, ходим тогда всей толпой. Понял. Выполняю. Что противовоздушные... Конечно. Чьи воздушные зерги, это неприятно. Эти наши мародеры... мародеры эти головорезы ничего с ними сделать не могут. Брось дороги! Вооружён и опасен. Месторождение минералов выработано. Я не понял, ты что тут? Месторождение минералов выработано. Доктора вызывали? Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня! Перед посадкой я провел сканирование местности. Высылаю полученные данные. Месторождение минералов выработано. Доктора вызывали? Что там? База атакована. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Приказы будут? Так, что-то мне... Не знаю, что они такие упоротые. Улучшение завершено. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Так, вот здесь, по-моему, безопасно. Короче, летишь сюда. Отдавим их интеллектом! Конечно! Так, вы прыгаете у себя вот. На пороге. Минералов мне добываете. Кому навешать? Понятно! А, вот супер-мега... База атакована. Супер-мега-зерка. Прочь дороги! Которого нам надо будет вынести. Что происходит? Так, я буду пятерых оставлять в командном центре. Короче, так, вы заряжайтесь. Чтобы просто мы могли подняться и все сразу сныкаться в командный центр. Чтобы не пришлось погибать моим доблестным КСМом. Все понятно. Вот здесь вот у нас зачищено. Сюда пройдем. Так, надо усилить броню. КСМ готов! Пошло, поехало! Меня на все! Отдарим их интеллектом! Так, вы добываете ресурсы. Приказы будут? Это хорошо. Жду не дождусь! Что за спешка? Смерть на пороге! Вот вы можете немножко починить.
Прекрасно, мистер Рейнер. Мне тут сказали, на другой стороне каньона есть еще минералы. А как же? Смерть на пороге. И это путь? Непременно. Вот и все. Уже в пути. Приступим. Принято. Я первый, я первый. О, черт. Забыл, хоп. Ничего проще. База атакована. Не вопрос. Разумно. И это все. Приступим. Месторождение минералов выработано. Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Так, вы, ребята, едете вот сюда. Тревога. Начинается подъем лавы. Так, ты вообще чё? Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Слушаю. Здесь мне не нужно уходить отсюда. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Так, ты приземляешься. Продолжаешь добычу минералов. Давай, удиви меня! Вот да! Так, вот сюда вот, короче, вы идете, ребят. Надо подлечить вам. Неудачники. Месторождение минералов выработано. Оставим их интеллект! Месторождение минералов выработано. База атакована. Принято. Приступим. Ладно. Ого. Так, стоп. Вот вы двое, красавчик, идите вот сюда. Вот остальная толпа идет сюда. Слушаю. Смерть на пороге. Нет ничего проще. Раз, я все. Первый, я первый. Опа. Валим. Разумно. Кому навешать? Почему бы и не? Так, не очень хорошая была идея. Туда надо уже идти с хорошими войсками. Ну, как хорошими, я имею в виду противопехотными, противовоздушными. Смерть на пороге. Так, я тебя забыл выкинуть. Так, возможно. Так, ну и давай сразу этих тоже. На поводи немного. Отдавим их интеллектом. Вот сюда продвигаемся, ребят. Все, будем проводить полную зачистку карты, я думаю. Месторождение минералов выработано. Так, ну что, ребят, ну что, забыли, что можно еще сесть с тобой? Мне казалось, они сами должны ориентироваться в пределах зоны действия одного. Кому навешать? Кстати говоря, надо этого мегазерка не забыть. Загасить. Окей. Давай, удиви меня. Точнее. Требуются дополнительные хранилища. Так. Месторождение минералов выработано. Ребят, вы идете вот сюда. Поэтому готовьтесь. Требуются дополнительные хранилища. Только лазнички для трупов. Круто! Месторождение минералов выработано. Оставим их идти! Бегу, Мор! Два на новенького! Повышается сейсмическая активность. Так. Рекомендуется принять меры предосторожности. Летишь. Требуется дополнительная тревога. Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация на возвышенность. Дай-ка я тебя одного выкину, товарищ. Мой КСМ. Построй пока тут несколько хранилищ. Угроза миновала.
можно продолжать добычу минералов. Месторождение минералов выработано. Есть работенок! Будет сделано! Ага. То есть, закончилось. Высылайте подмогу! Месторождение минералов выработано. Ладно, тогда вот эту штуку идти. Пожалуй, вот сюда, здесь достаточно безопасно. А! Чего пугаешь? Высылайте мешки для трупов. Да ладно. Господа зерги. Смерть на пороге. Так. Чего тебе? Товарищи головорезы? Уже в пути. Всей толпой. А? Есть работен? Отбой! Места мало! Месторождение минералов выработано. Я хочу просто выполнить такое смерть на пороге. Небольшое требование этого уровня. Не вопрос. Я первый, я вот по поводу убийства вот этого вот товарища, Баруталиска. Для этого надо дождаться, когда будет тревога. Так, месторождение здесь... минералов выработано. Это заканчивается. И это заканчивается. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Так, ты сразу летишь вот сюда. Здесь достаточно безопасно, зерги не прилетят. Задавим их интеллектом. Убить его. Убить его. Понятно. Убить их. Вас понял. Стоять. И ничего не делать. Логично. Что стряслось? Слушай, чего тебе? Приступим. Давай, а? Так, выйдите сюда. Чё долго? Высылайте подмогу! Тут еще минута. Я забыл про вот этот таймер. База атакована. Ну что, когда же наконец? Оно начнется. Оно не начнется еще. Так, ты летишь, ты летишь. Когда? Повышается сейсмическая активность. Рекомендуется принять меры предосторожности. Ты что здесь? Начинается подъем лавы. Требуется срочная эвакуация. А ладно, чё, не удастся. Почему можем убить этого чудика с помощью лавы? Сейчас он отвлекся, а еще кучу времени стоит ждать, я как-то не хочу. Да и вам, я не думаю, что интересно было бы это. Непременно. Угроза миновала. Можно продолжать добычу минералов. Приземляйся. И ты приземляйся. Выкладывай! Чего пугаешь? Вот ты тоже выпусти своих. Приказы будут! Тогда высылайте подмогу! Разумно! Опа! Зерги сожрали. Сожрали пачку морпехов. Или одного. База атакована. Мои люди работают быстро. Мы уже собрали половину минералов. Да ничего не быстро. Можно и быстрее. Как скажешь. На самом-то деле. Жду не дождусь. Медики, вылечите моих. Понятно. Остановитесь уже. Идите. Это... Потерял одного минимум. Да, одного мародера. Че это мародерами этого? Еще как там тебе? Головорезов. Чего ему мародеры их называют? Прочь с дороги! Вас понял! Бегом, Орк! Что за спешка? Так, стоп, погоди, подойди. А? Забавная такая пасхалочка. Дьявол собственной персоной, правда, выделить в целево не получается. Водишки!
Но это именно он. Отдавим их интеллектом. Повелитель ужаса, кажется. Месторождение минералов выработано. Так, давайте-ка зачистим еще вот это. Круто! Пока время есть. Все равно наши еще добывают ресурсы. Почему бы и нет? Конечно! Окей! Еще немного, мистер Рейнер. 2-3 захода и готово. Все вычислено. За вот это, кстати, по-моему, это достижение давали. Это все как просто вычислили с планеты. Ну, с этого участка планеты, конечно. Оп. Только не помню, касается всех зергов. Молодцы, ребята. Отличная работа. А теперь сваливаем из этой адской бани. Уже управился. А ты шустрый, мистер Рейнер. Думаю, нам еще будет что обсудить. Оставили бедного морпеха погибать. Да вот, вареный омар, вот это достижение. Я его условия хотел выполнить, но он отвлекся, а еще кучу времени ждать просто тупо не было желания, поэтому не получилось. 15 тысяч минералов. Почти в два раза больше, чем нужно было добыл. Мостик Гипериона. Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Мянгст ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. В кают-компанию переместились. Что у нас здесь? А то, что у нас здесь, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих сериях.